Моровинд Трибунал, 42 серия. В прошлой серии мы сделали меч Дуэта Стены Пламен. А в этой серии мы закончим основную сюжетку Трибунала. Ну, я надеюсь, что закончим. Но сначала, прежде чем это делать, мне надо освободить Звездозора, что нам понадобится. Ну, как понадобится. Это не обязательно делать, но как бы хотелось бы. А для этого мне надо что-нибудь зачаровать. Я посмотрел, что можно найти изящный пояс, купить его и зачаровать как раз то, чего мне не хватало. Чем я сейчас и займусь. Так что... Сейчас сходим, во-первых, к Балмору. Еще раз посмотрим торговки здесь. Если нет, то сходим в Суран. Там должно быть. Посмотрел. Вот, там как раз влезет два зачарования на... Приветствую тебя. На замедление падения и на водное дыхание. Сюда. Пум. Так. Атаковать. Нет, у нее нет этого пояса. Сразу какая. Ну... Ладно, гол в Суран. Если в Суране нет, ну, блин, будем искать этот что пояс еще где-то. Что, конечно, немножко грустно. Ну, я его не находил. Когда. Ну, в смысле, в этом прохождении не находил. Там рерибилд все-таки меняет. Мне кажется. А может, не он, кстати, меняет. А General... Нет, не General Goods, я забыл, как называется этот мод. Вейерс, кажется. Да. Так, Антирея, Бордель, Кузнец, Ростовщик, Рынок Рабов, вот Портниха. Где-то... А, по лестнице. Вот оно. Так. Могу уделить тебе минутку, если хочешь поговорить. Нет, здесь тоже не продается. Да что вас разорвало и ровно собрало. Сразу какая. Ладно. Сейчас посмотрю, где он еще может быть. Да, это сходим еще те места. Сейчас, секундочку. Так, он прийти должен быть в Марандусе на нижнем уровне. Может быть, я его пропустил. А, давайте сходим. Кстати, я посмотрел копье типа 5 по силе оружия в игре и лучшее копье в игре в принципе. Даже с учетом там реребилта. Так, мне надо в Хормарен. Мне надо в Марандус, правильно. Вспомнить, в какую сторону надо идти. А. Что? У меня все-таки нету Марандусовского. Я не все добыл. Оу. То есть он все-таки не врал мне. Блин. Вот это я, конечно, молодец. Так. Ладно, фиг с ним. Пойдем его найдем. Секунду. В общем, да. Я вот этот мандаран с Марандусом перепутал. Это из Тамрири Билта. Ой, я молодец. Что ж. Ладно. Рекол. Сейчас ходим получше. Так. Что это было?
Чем я могу помочь? Сюда. Сюда. Да, святого Олмса. Что на юге отсюда? Хотя, конечно. Причем я же. А, ну я да, делал круг. Я слушаю. Я же делал круг. Как так-то? Может я его. Дел куда-то? Вроде не должен был никуда девать, я вроде сам это сказал. Казалось, что у меня все есть. Ну, сейчас быстро глянем. А, так, нет, мне надо в пояс, мне надо в плазу. Че, выложил? Да я его мог деть. Продать я его точно не мог. А, так. В любое время я всегда здесь. Ты же, блин, проверял. Сохранись. Ты вовремя. А, это вообще не то. Рядом с ящиками, ручками. Так, вот сейчас секундочку. А что, он таки не здесь, а в соседней комнате? Чем могу помочь? Уйти ты можешь отсюда. Зараза какая, а? Уходи давай. Где-то здесь должен быть, по идее. Я его не вижу. Может быть он. Не могу запрыгнуть. Я тут его не вижу. Может он в. Он вообще должен на полу лежать. Да что ж такое-то? А, мне потолок мешает, вот в чем дело. Господи. А, это золото. А есть еще? Добрый день, Бреттон. Что я могу для тебя сделать? Так, это спуск. Там было написано вроде в северо-западный, кажется. А тут складских помещений больше нет. Два всего, по факту. Это юго-западное. А это северо-западное. То здесь должно быть все. Я здесь не вижу ничего. Так. Сейчас. Между двумя ящиками. А вот он. Все, нашли. Ура.
боже мой. Так, ладно, разобрались. В общем, как-то я его пропустил, конечно. Да. Здесь даже не было никогда. Еще раз. Так. Мне надо нижний уровень Морандуса. Да блин. Почему между ними пройти здесь нельзя нормально? Конец тебе! Нужно купить, конечно, было проще. Это же не труп, правильно. Так. Конец тебе! Не носишь его случай. Это верхний уровень. А я тут что-то даже и не вижу. Вообще, в смысле, не вижу вообще места, где он мог быть. Пока что. Тебе крышка! Так, ну давайте искать. Скитлсы. Отмычки. Черный пояс есть, а здесь что нет. Так, никаких чемоданов нету. Так, я вот эту корзину еще не посмотрел. Рис. А свиток что, кстати? Какая-то рекорд. Ладно, давайте еще побегаем. Что-то походу не про то, что я думал изначально. Ты умрешь! Сдавайся! Я остановлю твои муки! Здесь посмотрим. Выхода нет. Ох ты, стеклянный кинжал. Спасибо. Давайте возьмем. Конечно, не думаю, что он мне понадобится. Ну, в смысле, продавать его понадобится. Выхода нет. Дубина. Бабло. Все не то. Тебе крышка! Нет. Так, господи. Самая потрясающая серия будет, видимо. И еще этот пояс несчастный. Ну, здесь нет. Я же все обошел. Да. Учитывая, что я его и в продаже-то нигде не видел. Он, по идее, в том, там, вроде бы, старый этот... Ну, нет, я не зря нашел, взял, конечно, Морандус. Так, давайте, кстати, этих посмотрим, Вась. Там еще, может, спал с кого-то. Так, нет. Видимо, будем пытаться купить его. Просто посмотрел, где он может быть, подумал, что Морандус это самый простой способ добыть, правильно. Может, он, конечно, наверху? Ну, давайте наверх что-то чистим, чё. Так, где здесь? Вверх. Здесь. Все-таки верхний уровень и нижний. Сдавайся! И я остановлю твои муки! Тебе конец! Умри! Три удара, ничего себе.
Сильный Вася. Нету. Ты умрешь. А что, так обсчитается серебряным, что ли, кстати? Интересно. Серьезно. Всякая хрень. Больше всякой хрени. О, это Вася. Ты агрессивный? Да. Нет? Что-нибудь для тебя сделать. Окей. Есть? Нет. Так, ладно. Стоп, а здесь что, куда? А, это выход. Так. Ну, тут вряд ли есть, конечно. Давайте почекаем уж. Ух ты. Вот это полезно. Ты будешь долго мучиться. Видимо, Зоус Бастер целает. А теперь ты умрешь! Нет тут никакого пояса. Ну это точно что-то как-то с модами связано, так что я не знаю. О. Потому что он не продается как минимум в двух магазинах, где должен продаваться. Что? Ну нет, короче, в Брандусе его нет. Ладно, идем дальше. Так, ладно. Уфик опять. Не бойся, я помогу тебе, чем смогу. Вместо того, чтобы идти делать последний квест, занимаюсь какой-то ересью. Так, мне надо в квартал чужеземцев, в каналы. Так, это мне надо на... Да, не знаком. Хочешь что-то? Прочтись, пройти в другую сторону. Быстрее будет. Здравствуйте. Я... свидание. Так. Там же квартал чужеземцев, правильно? Может быть, и ничего.
рапорт, Миха. Да, все, ура. Фух. Так, ну все, давайте тогда протанемся назад в Марнхолд. Все что? Кастанем у себя. Чем сохранить? Получится, не получится. Создать предмет, ремень. Мне надо. Водное дыхание, да? А. Так. Водное дыхание. И замедление падения. Как 45? Они же по 15 стоили. Ладно, фиг с ним. Блин, так я мог за ними не охотиться. Ну ладно. Чё теперь уже? Оставлю так, наверное. Или нет? А, вот этот поезд не вылазит. Да, точно, я вспомнил. Он десятка всего. Так, за линия падения. Окей. Я сохранился, если что. Да, успех. Окей. Этот поезд тогда сюда закинем. А, стоп. Это увеличить магию, конечно, мне тоже надо сделать. Но я, наверное, амулет хочу сделать. Наверное, как раз у меня будет душа скоро большая. Я с нее и сделаю это. Ага. Так, ну что, все. Готово, я надеюсь. Все, Коукль Малексия. Все, а что? Марнхолд, город света. Хоть сохранимся. Что я могу сделать для тебя? Да, я готов. Так, сейчас сек. Так, у меня опять, короче, кей поломались. Ничего страшного. Так, продолжаем. Ну, и отсюда мы уже выйдем только... Если пройдем все это дело. А эта дверь назад открывает, окей. Так. Фабриканта. У меня
по сути, туда. Давайте посмотрим, что у нас тут. Ничего особо интересного. Так что идем дальше. Скорость это интересно. Еще фабриканта. Ой-ой-ой. С тех только скорость падает. Не очень полезно. Одно. Пол. Видимо, эта хрень меня так же убьет. Если что. Так, ну ладно. Видимо, весь бюджет ушел на создание этого. Этой локации. Уж тут явно постарались. В отличие от предыдущих. Тут ловушки, которых в Моровине отродясь не было. И все такое прочее. В смысле, именно такие ловушки имею в виду. А можно вообще их копьем даже не тыкать. Да. Не так уж и не больно будет, короче. Дверь интересна. Нет, не открывается. Окей. Ой, что у вас тут многовато, ребят. Надо будет на самом деле еще себе кольцо заменить. Что от этого клана ужаса толку. Ужаса клана, точнее, никакого толку особо нет. Какая-то жижа. Жужо. Обожаю такие лестницы. Так классно от них кружится голова. Так, золотил, да подождите, тут больше ничего нет. Комната сохлях. Давайте сначала сюда сходим. Ой, вот эти вот вроде бы страшные. Прекрасно выбиваются. Вот, вот это полезно. Сколько весят? Ёлки, блин, капец. Потом я удивляюсь, что у меня места нету в инвентаре. Ол.
It just works. Ладно, беру свое слово обратно, но все еще на тебе сделано. А я дом, кстати, свой забрал, да. Непривычно, что так много места в инвентаре. Так, это у нас скорость. На силу мне все пригодится. Так. А, здесь все, по сути. Окей. Так, идем теперь сюда. Кстати, бить их пока ничего нет. И пользоваться неправильными атаками. Вот это у меня тактика. Так, стелевитация 10 работает, если что. Чуть-чуть не дохожу до нее. Блин, может как-то остановить можно? Что-то не думаю. Есть что-нибудь?
Поэтому она тоже убивает, правильно? Да. И что делать? Есть еще что-нибудь на скорость? Я никогда не думал, что мне это понадобится, если честно. Нет. У меня только это есть. А, это сила. Стоп, что? Увеличить здоровье. Майки. Более, видимо, правильной траектории, что ли, идти. А он где меня? Он меня вот здесь будет убивать? Сейчас проверим. Нет, а здесь? Нет, а так? В общем, ну вот сюда где-то надо стартовать просто. Давайте еще раз протестируем, будет ли он мне убивать где-нибудь вообще вот тут. Да. Где-то, ну, прям перед красной, видимо. Вот здесь можно стоять, да? Нет, чуть-чуть раньше. Это вот так. Так должно быть безопасно, сейчас проверим. Да. Давайте сейчас попробуем по-другому. Так, оп. 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 Нет. А, я, кажется, понял. Сейчас. А. Нет, закрыто.
что-то я не очень понимаю. Как это работает? Ну, в смысле, я понимаю, что одна из них открывает одну дверь, другая другую. Эту дверь при этом нельзя открыть. Возможно, было в тот момент тыкнуть. Да, видимо, да. А, нет, дверь закрыта. А, все. Ох ты ж, ёпта. Что такое жирно-то? Хотя нет. Ой. А, блин. Кто? А он еще регенится, что ли? Так, ну неси воду, она мне потом пригодится. Кстати, можно починить. Угу. Отлично, сохранимся. Шаг заживел, заклинился, но хватает все, чтобы стронуть его. Тут можно пропрыгать, чем даже просто пройти. Сюда. Это фиаско. Что надо сделать? Такой меня. Нет? Ну. Нет? А там что-то, как будто что-то есть. Туда можно пройти, но дальше не запрыгивается. Что-то вот тут я совсем тупой. Что делать-то? Как это называется? Купол удока. Сейчас, секундочку. Так, все просто на самом деле. Мне надо сила больше 100. Дырки.
уберем тогда этих зелий, раз они тут нужны иногда. Их тоже пособираю. Немножко. Чтобы потом назад не возвращаться. Ой, страшно. Кстати. Он хоть отражение работает. Эликсир несовершенства. Да. Так, второй тоже? Нет? Нет, второй нет. Ну, теперь время сохраниться. Вы нашли сто-то. Сота силы, его безжизненное тело свисает с одного из хитроумных устройств, сделанных их. Определенно кто-то успел опередить вас. Спин, здесь все закончится. Часовой город должен бы быть местом твоей смерти. Ты должен был стать моим величайшим мучеником. Героический Наревоин, пожертвовавший всем, чтобы защитить Моровинд от безумного Сотта Сильва. Но ты жив. Ты жив. Не бойся. Я сама расскажу легенду, когда все закончится. Я расскажу моим людям, как с последним вздохом ты поклялся мне своей верности, единственному истинному Богу. Твоя смерть
завершит пророчество и объединит моих людей под знаменем одного Бога, одной веры, моего единоличного божественного правления. Марионетка король сложит оружие и склонится к моим ногам. Те же, кто не подчинится, будут уничтожены. Кольцо Барилзара позволило мне перенестись в это место. Здесь я убила Сотосила. Здесь я вызвала фабрикантов, которые напали на Морнхолд. Я стану спасителем моего народа. Я в одиночку спасу их. Ничто не остановит меня на моем пути. Ни ты, и уж определенно не Вивик. Он поэт, он глупец. Я разберусь с ним, как только покончу с тобой. А Сотосил, он всегда был очень осторожным. Он избегал меня, и даже заперся в этой дыре, он не проронил ни слова, когда умирал, ни одного. Даже после смерти он насмехается надо мной своим молчанием. Но я думаю, ты, смерть, будешь кричать. Теперь ты стоишь перед лицом истинного Бога. Так, давайте сохранимся, а то этот диалог каждый раз слушать я, наверное, не в состоянии буду. Очень вовремя. Так сильно бьет, кстати, как могло бы бить. Стагерить ее надо. В отличие от той хрени, она отлично стагерится. А вот это было больно.
огонь надежды. Да. Ну, кстати, не самое плохое кольцо в мире. Ну все, мы прошли трибунал. Только нам теперь его надо надеть, это колечко. Сейчас это снимем. А это оденем. Мурнхолд. Верь в богов и справедливость. Сделал правильно, смертный. Смерть Альмалексии — это благо для Моровинда. Хотя для того, чтобы принять это, может потребоваться время. Она бы предала Данмера так же, как предала всех, кого любила. Это было ее проклятием. И это стало ее концом. Не стоит плакать по Сота Силу. Он давным-давно забыл о своей смертности, и я уверена, что его смерть не принесла ему ни малейшего облегчения. Эти боги жили с ношей силы, которой не должен был обладать ни один смертный. Тебе еще многое предстоит сделать. Вивек жив, и, возможно, он еще сыграет роль в твоем будущем. Продолжай идти по выбранному тобой пути. Небеса Морнхолда опять чисты. Эти люди больше не должны страдать. А теперь иди, смертный, иди с моим благословением навстречу своей судьбе. Ну вот и все. Вот так встреча. Должна. Что я могу сделать для тебя? А в Азур тут не видели, да? Это так, мы приключились. Ну, в общем-то, мы прошли... Кстати, свет как-то странно сработал. Ну, в общем, да, свет немножко заработал. Сейчас мы еще сходим сюда. Нам надо во дворец еще заглянуть. А где здесь приемная? Это, кстати, что-то так и казарма. Чтобы сразу-то прийти. Так, службы. Как у вас дела? Могу я чем-нибудь помочь? Приемная. Так, сейчас мы еще кое с кем поговорим. Я слушаю. А какое мне дело? Так, Альмалексия. Что ему можно? Как ему сказать, что она все? Странно. А, вот. Эти атаки делал рук Альмалексии, и ты говоришь, что теперь она и Сота Силы лежат мертвыми в заводном городе. Она убила Сота Силы и попыталась убить и тебя. Потрясающе. Я верю твоему рассказу, Эри, но не ожидаю, что мы люди так же с готовностью примут его. Ты найдешь, что не так-то просто убить этих богов в сердцах и душах их последователей. На это потребуется время, но Моровинд ожидает новой эры, и я веду свой народ в нее. Ты хорошо поработал, друг мой. Ты заслужил мою благодарность. Собственно, полный набор наплечника. Набор королевской стражи. Я даже с ним ходить могу. Ну, он стрёмный, потому что у меня средняя броня некачественная. Так, ну чё, всё? Вот теперь точно всё. Как дела? Закончили основную сюжетку. У нас еще там пачка осталась квестов. Сайд-квестов. Мы их обязательно поделаем в следующей серии. Мне, кстати, проще... Хотя, плевать. Сейчас сразу выложу эту броню, чтобы она мне не мешала. И у нас теперь есть душа Альмалексии. Так, ну, не очень-то она мне поможет, наверное, хотя какой-нибудь вампирита сделать 2-0. Почему нет? Хрень, все уложим. А,
Так, а кстати, огонь надежды похуже. А, не, ну Коля еще получше, разве что. А, нет, похуже по всем параметрам. Да. Просто один молния, другой огонь. И все на этом. Вся разница. Так. Ну, окей. Так. Ну ладно. На этом все. Спасибо, что смотрели. В следующей серии будем делать сайт-квесты. До новых встреч. Всем пока.